Здравствуйте, дорогие друзья. Завершился у нас матч «Легион Аврора». Вот на интервью у нас игрок команды «Легион». Победила команда «Легион», да, с счетом 1-0. Ну, вообще, хочу сказать, как я уже и говорил в предыдущем интервью, очень была равная игра. Что вам помогло все-таки оказаться чуть выше? Да, игра равная была, соглашусь. Ребята давали играть, было очень много моментов, свое не реализовали. Ну, из-за того, что были моменты, их было достаточно. Все-таки один, хоть и дурачок, но залетел все-таки один. Ну да, там не только один, там вот этот очень интересный гол, конечно, саут, это мне понравилось. Там сложно на видео было увидеть, но он коснулся. Да, но мы посмотрели, ну, коснулся, не коснулся, главное, что все-таки, видите, футбольная судьба вас вознаградила, поэтому, думаю, очень огорчаться не стоит. Ну, в общем, желаю вам удачи и, надеюсь, увидим вас все выше и выше.